одно из первых произведений Микеланджело, которое говорит нам уже о том, что перед нами не юноша, хотя это абсолютно юношеская работа, одна из первых. Это рельеф называется «Мадонна у лестниц». И я уже давно долго говорю, я хочу, чтобы вы немножко поговорили. Вам видно, что еще нет знания о законах перспектив. Вам видно, что лестница находится за Мадонной, которая вместе с младенцем изображена. Что он еще не научился, у него нет понимания того, как изобразить такой объект, как лестница, в перспективе. Вам это видно? А теперь я вам задаю вопрос. Как вы думаете, часто ли мы с вами встречали образ кормящей Мадонны, у которой младенец развернут не лицом к нам с вами, а развернут спиной? Причем спина, когда смотришь живьем этот рельеф, как у молодого Геркулеса. То есть это не Иисус, изможденный, как его изображали всегда средневековые мастера, а такой маленький Геркулес, который даже если надо, змей может задушить. И посмотрите, как складки одежды замечательно, изумительной красоты выполнен этот рельеф. Ощущение такое, будто можно потрогать эту ткань. И 5 ступеней, вот это еще не знает Микеланджело законов перспективы, но он делает 5 ступеней. Эта цифра 5 абсолютно не случайна. Во времена, когда Микеланджело у Лоренцо Медичи обучался, у них философию преподавал человек, который им объяснял, что между земным и божественным 5 ступеней. И для того, чтобы постичь тайны мироздания, для того, чтобы достичь высот и добиться высшей любви, любви к Богу, научиться любить людей, научиться быть очень духовным человеком, надо пройти 5 ступеней. И вот именно эти 5 ступеней, когда он эту философию впитал, философия называется неоплатонизм. Он изображает это в своем рельефе. Дальше. Следующая работа, которая вызывает просто невероятный интерес, это «Битва кентавров». Если на нее смотреть достаточно долго, то вот это вот сплетение тел, которое переплетается в битве, в войне, в такой энергетическом таком клубке, я бы сказала, нам Микеланджело с вами доказывает, что он с точки зрения мастерства впереди тех гениальных средневековых мастеров безымянных, которые делали иконостасы потрясающие резные, когда мы смотрим средневековые соборы, потрясающей красоты резные кафедры. Он доказывает, что вот у него уже ремесло на кончиках пальцев. Он уже обладает этим. Дальше. Ну и в 25 лет он делает знаменитую свою пьету. А об этой пьете можно говорить бесконечно, потому что это произведение великое, конечно же. И если вы о нем читаете, то вы почитаете, конечно, вещи такие известные, что Мадонна совсем юная девочка. И кажется, что ей лет 16-17. И мертвый Христос, который лежит на ее руках, кажется несопоставимо, как такая молодая мама могла родить такого взрослого сына. И что она настолько прекрасна, что в ее лице даже нет настоящей боли и утраты.
что подразумевается. Но я хочу вам сказать, что 25-летний юноша, который создал это великое произведение, он имеет право не понимать, что чувствует женщина, которая родила Иисуса Христа и которая должна пережить его, своего ребенка. Он имеет право это еще не понимать. Но всем известна история, когда ночью к этому замечательному произведению служка церкви водил людей и показывал это произведение как уникальное творение другого скульптора, называя не фамилию Микеланджело. А Микеланджело, будучи человеком гордым, не выдержал этого. И на перевязи Мадонны и на ее поясе он на следующий день вырубил Микеланджело флорентиец. И это единственное подписанное им произведение, благодаря вот этому казусу. То есть, чтобы все знали, что именно он создатель этой пьеты. Есть два факта по поводу этой пьеты, которые могут быть вам интересны. Значит, я в свое время, очень давно, лет 30 тому назад, впервые увидела это произведение. И та часть руки Мадонны, которая вам видна, видите, она одной рукой поддерживает Христа, а другой рукой, вот эта часть руки, вот задержись указкой на ней, она как бы открыта. Вот в этот момент она еще была не за стеклом, к ней еще подходили люди, и висела табличка, что скульптура на реставрации. И нам смотрительница объяснила, что эту руку, которая была на реставрации, верующие отцеловали. Вы понимаете, сколько прошло людей за 6 веков, которые целовали Мадонне руку, если эту скульптуру не таким не варварским способом, а только из такого священного преклонения перед этой статуей, верующие отцеловали мраморную руку. Можете себе представить? Для меня это было удивительно. Относительно не очень давно, лет 10 или 15 тому назад, сумасшедший вошел в этот храм и ударил молотком по этой статуе. И она опять стала на реставрацию. Я видела фильм, посвященный реставрационным работам. Итальянский художник-реставратор рассказывал, как соединялось все это и восстанавливалось. Но сейчас, если не знать, что была такая, был такой акт вандализма, вы никогда не скажете, что эта работа была реставрирована. Вернули как бы первоначальное состояние этой работы.